Всем огромный привет! IKEA распродажа. Она продлится до 20 января включительно. Итак, мы в отделе все для кухни, кухонные принадлежности. Сортуем с Римфорса, разделочная доска бамбук 1000 рублей, так она 1300 рублей. 36 на 30. Вот такой вариант, очень удобно их, эти досочки именно устанавливать. Некоторые даже как-то умудряются как еще дополнительную зону формировать как-то на табуретке, на стуле, и получается очень даже удобно. Да, можно на самом деле переворачивать. Раз, и поднос получается. В общем, очередной универсальный гаджет для кухни. Размер 36 на 30, толщина 30 миллиметров. Вот эти вот края обычно они позиционируют как такое место, чтобы там сок там из-под мяса, из-под овощей, фруктов, в общем, не вытекал, не расплескивался, а именно здесь оставался. Такая вот досочка. Не так уж и много их и осталось. Конкретно про эту серию не помню, выходит она из ассортимента или нет, а вот далее, что мы посмотрим, их, к сожалению, убирают. Следующее. Держатель для утюга. Ну да, это немножко не для кухни, но тем не менее в этом отделе поместили. А обычная цена 600 рублей, сейчас это стоит 500 рублей барьером, оцинковка. Чаще всего гардеробные, да, какие-то зоны помещают, либо тот же ПАКС. Очень удобно крепишь к стене, вставляешь утюг и всегда знаешь, где этот утюг находится. IKEA, город Екатеринбург, но я думаю, что в любой сейчас IKEA такие распродажи, поэтому не будет каких-то непоняток. Ну, сувенирство это всегда самая низкая цена, поэтому посмотрели. Рейлинг 4 крючка 300 рублей, и проходим дальше. Если что, это вот такой рейлинг и вот такие крючки. А вот что касается Финоторпа, то как раз таки здесь выводят из ассортимента рейлинги, крючки. Ну, кстати, вот непосредственно емкости это как раз таки не выводит, по крайней мере, вот такие точно, да? А рейлинги, крючки 100%. Итак, рейлинг 400, обычная цена 600 рублей в черном цвете. Сейчас подойдем металлически. Все очень аккуратно запаковано. И здесь крючки. Подождите, а точно тут крючки есть? Или это я все еще спутала с той более бюджетной серией? Нет, только рейлинг, видимо, это только крепление здесь, да. Консоли, которые закрепляют этот рейлинг. Сушилка для столовых приборов 500 рублей. Подставка для специй 900. Сейчас чуть подальше непосредственно посмотрим на стенде в раскрытом состоянии. Финторп. Также тут два рейлинга можно соединить, используя только одну консоль. Крючки 5 штук, 200 рублей, обычно 300 рублей, так что крючки отдельно. Салфетки под прибор 69 рублей. Цвет очень интересный. Не синий, не зеленый. Светло-красный. Так, 200 рублей. Размеры 45 на 33. Салфетница 69. Кстати, вот салфетница всегда участвует в распродажах. Это тоже стальная. Сейчас вообще 69 рублей. Ну, раз уж мы на этом стенде, даже с Мико искусственный букет за 200 вместо 349 рублей. Вот такой букетик. Хотя нет, другой цвет тоже распродается, бирюзовый. Все та же серия, те же размеры, та же салфетка. Но уже 99 рублей. Коллекция новогодняя Winter 2020. Это на стол скатерть
просто красть, 145 на 240, 800 рублей, а так 1200. Скатерти в Икее, вот что-что, ни разу не покупала. На них внимания практически не обращают, ну, хотя 100% хлопок, и очень такой плотный он, и сделано в Индии, не Китай. Когда-нибудь точно попробую. Опять-таки новогодняя серия, 49 рублей, здесь уже поменьше, под приборы салфетка. Она идет 37 на 37. Скромненький узор такой. Сама она белая с красной окантовкой. На белом столе они даже теряются, да, кашпо 59 рублей. И все, да, это только кашпо, сам цветок не участвует. Участвует, 249 рублей оралием. Как удобно, что здесь катерть как раз таки расстелили дафтминны, с рисунок зеленый. Тут одна сторона, да, белая, а здесь листы крупные. 145 на 240. Тоже сейчас за 1000 отдают, кстати, плотная ткань. Плюс я поняла салфетки, да, 6 салфеток, 38 на 38, вот они здесь находятся. Хлопок, возобновляемый материал. Опять-таки, сезонный винтер 2020, 149 рублей, идет за миску 15 сантиметров. У маленьких мисок за сколько тут их штук там в комплекте? Миска 300 рублей почему-то она. Либо перепутали все-таки ценники, что маленькая дороже, хотя, я думаю, маленький комплект там идет. Приятно, очень на ощупь они гладкие. А вот и скатерть. Да, тут чисто просто красная, без узоров. С двух сторон она абсолютно одинаковая. Полоска вообще 500 рублей. Такой же размер, 145 на 240. В общем, есть реальный шанс к Новому году обновить все для новогоднего стола. Бокал для шампанского 99 рублей, стоит тут один скромненький. Смотрите, какие толстые стенки. Но не богема, не богема, да. Сделано зато во Франции. Обычная цена 200 рублей. Вернем в это же положение. Коль меняем посуду, почему бы стол не сменить? Огромный, для большой семьи, за 14 тысяч вместо 20. Столешница отдельно, подстолье также, все со скидкой. Темно-коричневый. Это идет из массива дерева, то есть поэтому он такой тяжелый, добротный и относительно дорогой, относительно других моделей. Массив дерева, Вестнаби, Вестану. Не знаете, чем заняться в новогоднюю ночь? Придумайте, кто название Икеи проговорит без ошибок. Вот такой большой, на самом деле, такой. Что столешница, что подстолье очень массивное.
800 граммов в графине. Кермера. Тут уже подставка с крышкой тоже, обратите внимание. Крышка тяжелая. И даже поднос и тот участвует в распродаже за 300 рублей вместо 500. Дафтмин тоже эта серия. Сумка для хранения 119, вместо 149, 55 размеры на 49 на 19. Закрывается на замочек, такая она объемная, и можно хранить все что угодно. Также в распродаже попали, ой, ножи точно попали, но это не эти ножи, да, здесь просто они за 400 рублей их предлагают. Дойдем до ножей, надеюсь, очень надеюсь, и посмотрим. Вот такая разделочная доска, птилик, 24 на 15, это бамбук, 149 рублей. Тоже много, хватит всем. Распродажа продлится до 20 января, если ничего не поменяется. Вот набор из трех ножей, 549 рублей, которые участвуют в распродаже. Форслаг, обычная цена 649 рублей. По данной цене покупает, ну, то есть по распродажной, у кого есть карты KFamily, не забывайте. Рукоятка именно тот вариант, когда она не скользящая, то есть не сплошной. Есть у них ножи, где рукоятка медленно переходит в сталь, да, в лезвие. Здесь они как раз-таки противоскользящие. Бутылка с пробкой 99 рублей. Это серия новогодняя Winter 2020. Так она стоила 149 рублей, когда только эту серию запускали. Из этой же серии коробочки тоже распродают. Идет три штуки. Вот они, одна в одной. 249, 100 рублей скидка. Четыре штуки уплотнителя за 69 рублей. Под размеры 35 по 35, по-моему. Нет, 14 на 14, да, все. Пора закругляться. Разные цвета под крышки. Это IKEA 365+. Такие уплотнители. Прямоугольные тоже участвуют. Крышки нет, только уплотнители. Ни крышки, ни чашки из этой серии нет. Термокружка Ундерсоком. 0,4, да, 400 тут получается. Обычная 649, так 400 рублей. Это не термос, не перепутайте, это именно термокружка. Термокружка обычно меньше держит тепло. Конкретно это не тестировали. Но наш любимый... Нет, скидок в этот раз нету. Даже по цвету они не распродают. Как стоило, так и стоит. Смотрите, а вот здесь должны были быть салфетки для уборки. Я, кстати, хотела их приобрести, 49 рублей за две штуки. Зеленые и розовые. Нет, это перчатки, а салфетки разобрали. Вот так. Тарелка десертная с петухом куриный. 49 рублей. Шесть штук для белого вина Свальк.